Основные положения, правил сдачи экзаменов на права и процедуры получения водительского удостоверения были утверждены правительством еще в 2014 году. И за это время поступило немало предложений и замечаний и от граждан, и от автошкол. МВД их учло и представило новый регламент. С 1 сентября действуют новые правила. Основные изменения коснулись теоретического экзамена. За каждую ошибку экзаменующимся добавляется еще 5 дополнительных вопросов. Как следует выучить правила дорожного движения и разобраться в деталях, во многом задача каждого лично. А вот навыки вождения – заслуга инструктора автошколы, к которому вы попали. Насколько мастерски справляются инструкторы с заданиями, выяснили на конкурсе, в котором приняли участие 15 рязанских автошкол. Цель данного мероприятия – выявить лучшего мастера производственного обучения, так как мы знаем, что основные азы, которые кандидат-водитель получает, он приобретает у этого мастера производственного обучения. Вот. Если, соответственно, он неграмотно, с меньшей ответственностью подойдет к данному вопросу, ну, у нас получится такой прецедент, что при сдаче тех же квалификационных экзаменов, а именно первого этапа или второго этапа практического вождения, будут какие-то недочеты, соответственно, ошибки, допущенные кандидатом в водители, и, возможно, не сдача положительно данных экзаменов. Упражнений на автодроме, согласно новому регламенту, стало больше. Вместо обязательных 3 теперь выполняется 5. Помимо эстакады, параллельной парковки, развороты на ограниченном пространстве и заезда в бокс задним ходом добавится еще одно задание – повороты на 90 градусов. А вот привычная змейка поменяется. Теперь это будут маневры на извилистой дороге. На практике испробовали выполнение таких заданий и представители рязанских автошкол. Только их задача усложнилась. Им нужно было выполнить элементы на скорость. Чем быстрее и чище они это делали, тем больше шансов занять призовое место получали. Мастер производственного обучения, он должен быть как бы лицом, на которое должно равняться автошкола. С учетом того, что первоначальные навыки, получающие кандидатом в водители, они непосредственно приобретаются от мастера производственного обучения. Напомним, что с сентября упрощена и процедура подачи документов для прохождения экзаменов. Как обещают в ГИБДД, теперь можно не стоять в очереди, а зарегистрироваться из дома.